Проходимость ЗИЛ-131 ограничивается значительно меньшей величиной дорожного просвета и мостовой схемы шасси. Равномерное расположение колес по базе опытной машины значительно повышает живучесть автомобиля. Выход из строя одного колеса практически не влияет на проходимость и управляемость машины. Большие тяговые возможности и высокий дорожный просвет позволяют ЗИЛ-132Р буксировать прицепы даже в условиях тяжелого бездорожья, несмотря на отсутствие колеса. И еще одна проверка. Благодаря выбранной схеме шасси, автомобиль ЗИЛ-132Р легко преодолевает канавы и траншеи, недоступные стандартным трехосным автомобилям.